Говорить о бесчувственном поле, ведь есть посылки того, что ответная игра тоже закрыта, если будет плохая погода, так ли? Нет, я не думаю. Не думаю, что было очень много по всем, если брать метеорологическим прогнозам, то погода не будет стоить. Категорично, чтобы нельзя было провести ее нормально. Сегодня как бы в нападении действовали два номинальных полузащитника, да, Гур и Булат, что в команде нет нападающих. Травмы были еще раз, конец сезона, травмы, усталость у ребят. Поэтому решили поменять кое-что. Что после Киева? Ничего. Не знаю, местонахождение его, это его волеизъявление. Ну, конечно, неприятно, но мы не знаем до сих пор, где он находится. Все, спасибо. Спасибо огромное.